Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Красноярского края при участии Росгвардии были задержаны трое мужчин по подозрению в разбойном нападении на инкассаторов. Утром 30 мая злоумышленники напали на инкассаторов и завладели сумкой с денежными средствами, после чего скрылись на автомашине. Следственной частью межмуниципального управления МВД России «Красноярское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. В результате оперативно-розыскных мероприятий наши сотрудники обнаружили транспортное средство, автомобиль ВАЗ-2106, на котором передвигались нападавшие. Эксперты-криминалисты в ходе осмотра места происшествия изъяли отпечатки пальцев и улики, имеющие значение для следствия. Затем в нескольких районах города Красноярска была проведена спецоперация, в ходе которой сотрудники полиции задержали троих подозреваемых. Ими оказались ранее несудимые местные жители. Предварительно установлено, что задержанные спланировали нападение еще в 2017 году. Они заранее приобрели автомобиль и регулярно оттачивали навыки стрельбы из оружия. Кроме того, предполагаемый организатор специально ездил в парикмахерские, где собирал волосы, которые после совершения преступления подкинул в салон машины. Таким образом, он намеревался отвести от себя подозрения. В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантом меры пресечения. Проводится мероприятие по установлению всех обстоятельств их противоправной деятельности, а также розыску похищенных денежных средств.